В Чувашии прошел конкурс «Успешная семья Приволжья», на котором Ульяновскую область представила семья Ломакиных из Новоспасского района. Владимир и Ольга вместе уже 17 лет и воспитывают 4 приемных детей. Самым маленьким – братьям-близнецам Пете и Коле по 4 года, среднему Андрею – 7 лет, старшей Вике – 9. На конкурсе семья выложилась на все 100 и с успехом показала себя. Когда мы заняли первое место в региональном этапе, мы были рады, с одной стороны, с другой стороны, так немножко опасались представлять Брянскую область, потому что это очень ответственно, была очень большая подготовка, конечно, очень-очень-очень много репетиций, но в итоге результат нас самих порадовал, и на сцене мы не волновались абсолютно. Подготовка к конкурсу была непростой. Писали сценарий, учили песни, ночами готовили атрибуты. Результат превзошел все ожидания. Ульяновская семья победила в номинации «Доброе сердце». По приезду в регион Ломакиных пригласили в Министерство социального развития для поздравлений. На торжественном чаепитии семье вручили подарки, а также обсудили итоги участия. У этой семьи однозначно добрые сердца. И вот кто не знал, что эти дети приемные, никогда бы в жизни не сказал, что эта семья воспитывает приемных детей. Всего в конкурсе приняло участие 14 семей со всех регионов ПФО, победители регионального этапа. Конкурсная программа состояла из 4 направлений – презентация семьи, творческий номер на свободную тему, культурно-познавательный конкурс и рассказ о своем регионе. Мероприятие прошло под патронажем полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Конкурсантам со словами благодарности обратился заместитель полпреда Олег Машковцев. Спасибо вам за те эмоции, которые вы в эти 2 дня дарили всем тем, кто вас просто даже увидел ненадолго. Конкурс «Успешная семья Приволжья» проводится в Приволжском федеральном округе ежегодно с 2013 года. Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.